Здравствуйте. 25 июля, среда, день Меркурия. 13 лунный день с элементом дерева. День благоприятный для людей, родившихся год. Мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи. Хорошо в этот день проводить обряды Голдудудаха, Далгабаха, Жапты, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, копать землю, закладывать фундамент дома, строить дом, обретать новых друзей, родниться, приводить невестку, отдавать невесты, торговать, повышать физическую нагрузку, усмирять врага, заказывать таванхарюлга, спорить, судиться, также для дел, направленных на распространение. День неблагоприятный для людей, родившихся год змеи и лошади. Нежелательно устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, покупать домашнюю живность, особенности скот, отправляться в дорогу к утратам и краже. Стрижка волос, к счастью и успешности. На Верхнеберёзовке Совчиндугане с 9 часов утра пройдет хорал Жадамба. Дойхурдугане Вамбо Гангарсахиусны. Дэважндугане Ачурбане Сынды. Делайте добро!